меня клаустрофобия уже много лет. Что делаешь? Ты больной? Чтобы чувствовать себя счастливым, тебе постоянно надо держать всех под контролем, манипулировать, провоцировать. И это то, что тебя радует. И только этим ты занимаешься. Ты что творишь? Там же человек! Это ведь не я, папа. Это не я. Это ведь Ромыч. Это Ромыч все придумал. Он же психолог. Он же все знает. Чего вы стоите-то? Скажите ему, а? Скажите, он же грохнет меня сейчас. Ну так стреляйте. Что тянуть? Ты что, телепат, что ли? Женщина принимает решение о том, готова ли она переспать с мужчиной в течение первых 7 секунд с момента знакомства. Вы кто? Нужно открыть. Я не хочу, с ума сошли, что ли? Чувствуешь себя, наверное, иногда Господом Богом, да? Я знаю, что с тобой произошло! Помоги! Я просто исправляю его ошибки. Психолог, блин. Вот он же ни хрена не умеет создавать, только разрушать. Тебе нравится смотреть на страдания людей, да? Тебе это удовольствие какое-то доставляет? Ничего к тебе святого нет. Но надо дать тебе должное. Провоцировать ты умеешь. Но это все, на что ты способен.